Я не помню уже, на чем я остановился. А, нет, я помню, на чем я остановился. Окей. 70 для меня оригинал лучше заходит. А мне на самом деле, я послушал оригинал после уже этой, да? И мне на самом деле кавер FJ больше зашел, нежели оригинал даже. Я слушал оригинал специально, причем когда даже черный проходил этот Metal Gear Solid, да, третий. Такс. Ускорение, прыжок. Она смотрит в ту сторону. Ха. Это вообще любопытно. Получается, что мне надо сделать Подожди, а какой телепорт? Это мне не телепорт надо, это мне надо сделать мост сюда. Дальше оно должно упасть, подпрыгнуть, пройти здесь. Упасть сюда, подпрыгнуть. Ой-ё, слушай, это сложно будет. Так, давай смотреть. Во-первых, что у нас по музыке? Почему-то я музыку не слушал. Погодите-ка. Там Snake Out или Sneaking Out? Ты про что, Синдарин? Так, где музыка? Музыку погромче. Такс. Может, от того, что это было давно, ощущения лучше были. Может, был быть квадроп? Может быть. Такс. Давай смотреть. Значит так. Сначала делаем... Здесь у меня будет ускорение в любом случае, да? То есть мне можно делать вообще высокую-высокую дорожку. С которой они будут весьма не кисло такие... Уи, полет шмеля. Так, сюда, сюда. Сюда, сюда. Так, покажи мне полет шмеля. О, эх, блин, почти попал. Окей. Так, надо чуть-чуть более полого сделать. Вот так вот где-то. Так, ну-ка. А-тя-тя, фак. Так, как бы мне тебя сделать тогда вот так вот, что ли, чтобы ты выше чисто пошел? Так, ну-ка. Вообще там Snake Eater, а не Sneak Out. Snake Eater это... Как его? А, Ост. Ё-моё, основной Ост к третьему МГСу, Metal Gear Solid. Снегожиратель. Такс, окей, оно не работает. Давай попробуем сделать тогда его тупо вот так вот, вот тупо выше, короче. Просто тупо в высоту. Пускай он едет, просто упирается и в высоту вот так. Ну, почти то, что я хотел. Так, давай попробуем вот так вот. Оп. Идеально. А дальше что? Ага. Ну, слово идеально здесь, конечно, не очень сильно подходит, но это близко к идеалу, на самом деле. Так, если я вот так вот тебе сделаю. И ты да, ёперный театр твою налево, да сколько можно? С другой стороны, а если я сделаю так? Ну-ка. Если я сделаю вот так, вот так, вот так и вот так, то мне нужен будет крепеж какой-то, а сюда я не могу пройти, да? Ха, слушай, а зачем у меня вот здесь вот есть? А-а-а, слушай, Михалыч, твою налево, я же могу сделать вот так. Ну, как бы, ну, да. То есть вот, типа, нормуль. Нет, вот здесь вот не нормуль. Эй, факт. А, ну да, такс. Мне надо сделать немножко вот так вот, и вот это вот. Удалить, 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 удалить. Как ты будешь делаться-то здесь сама? Такс, давай попробуем такс. Так.
Такс. По идее, даже вот здесь он сможет проехать, я так сильно полагаю. Ну, по идее. Надо, чтобы он сначала туда долетел. Ай, твою мать! А, я не довел. Вот. Так лучше? Тихо! Так лучше. Так. Перелет. Такс. Выше. Давай. Идеальная траектория вообще мужицкая. Слушай, подожди. Мне, возможно, этой идеальной траектории тупо здесь хватит уже. Так, ну-ка, погоди-ка. Ты посмотри, просто миллиметраж нахрен сам. Ой. Ай-тя-тя. Чёрт. Такс. Чтоб полет шмеля прошел успешно, мне надо более пологу это сделать. Интересно, по ней вообще сумеет проехать, ребята, или нет? Просто катастрофически идеальный полет шмеля. Давай, ей, 270. Фак. Так, погоди, а если... А, ну он задевает вот здесь, то есть мне надо все-таки... Это хоть идеальный полет шмеля, но он мне немножко не подходит. Мне надо его исправлять. Такс, оп. Пдыщ. Четко. Слишком четко. Окей. Такс, давай попробуем тебе сделать еще ближе, еще выше. Так, замечательно. И го-го. Окей. Ну, собственно, вот здесь он должен попадать на трамплинку. Так, с мост получается одноразовым. Это плохо. Давай попробуем тогда закрепить его вот так вот. Закрепить его вот так вот. И закрепить его вот так вот. Возможно, мост тогда простоит чуть подальше. Значит, плюс мне здесь надо сделать платформу обязательно. Он на нее все-таки идет. Причем, то есть, вот это должна быть платформа, вот эта платформа, вот эта платформа. А, даже вот так вот скорее. Чтоб он ее держал. Такс. Вот, это платформы должны быть. Плюс у меня должна быть внизу подпорка. И здесь должны быть перегородки определенно. Я не знаю, оно вообще держаться будет, блин, или нет. Особенно вот эта вот меня часть смущает, честно говоря, больше всего. Не, ну держится на самом деле, чё. Так, ну-ка, давай посмотрим. Так, да. Прыг. Оп, попадание выдержал на самом деле. Так. Полет шмеля. Эх, почти прошел. Так. Нет. Окей. Так, значит, мне надо тебя сдвинуть вот сюда. Тогда он не пройдет, да? Тогда мне надо тебя сдвинуть вот так вот. И поставить еще распорки, получается. Больше распорков, богу распорков. Тогда они такие... И должно сработать, по идее. Но не факт. Но мы посмотрим сейчас. Так, давай еще разок. Так, прыжок, кувырок, держаться. Так. Ты посмотри, как круто могло бы выйти, но не прокнуло. О, со второго раза, давай. Опа, есть прохождение. Так, интересно, ну-ка. Что будет, если колонна будет? Я думаю, это будет полный трэш, но мы посмотрим. Такс. Тихо, держаться. 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 Так, обратно. Друг другу мешаются. Это нормально. Вот, первый почти идеально зашел. Давай, кто-нибудь кого-нибудь вытолкнет. Ну.
Ну, помогайте друг другу, да чё вы как не тимворк, я не знаю. Так, первый, давай, полетел. А, чёрт! Так, стопэ, мы немного застряли, я понял. Чуть-чуть совсем застряли, бывает. Так, давай сюда. Здесь, в принципе, все выдерживает нормально, да. Небольшой ад, но, в принципе, все нормально выдерживается. Только в конце у меня были проблемы. Нигде больше проблем нет, только в конце. Ну, еще начально у меня после третьей машины тут же рухнуло, но это тоже такое. Так, тихо, все нормально. Перекатывайся. Так, своп. Давай, хорош, тимворк! Тимворк, нахрен тебе... Хьюстон, we have a problem. Так, стопэ. Давай попробуем чуть-чуть поближе вот так вот сделать. Возможно, они на нее залетать будут сами. Вот. Такс. Поехали. Ярость. И давай, сдержи. Все, последний. Можешь складываться. Такс. Ярость. Держись. Два. Держись. Три. Можешь складываться. Такс. Не попал. Давай, тимворк. Тимворк не сработал в этот раз. Фак. Так, поехали все втроем. Давай, хоть один! Есть первый, отлично. Так, тимворк продолжается. О-о-о-о-о! Идеально вообще. Ну, почти идеально, ладно. Давай, тимворк! Есть! Тимворк продолжается. Зашибись. И последний такой идеально прям заходит. Давай, переворот такой. Поехал. Вперед. Опора пропала, неважно. Да! Вот. Было? Было. Все, не волнует. Я молодец, умничка и вообще великолепен. Вот бы мои союзники в лиге также работали в команде, и это учиться надо. This test chamber includes apparatus that will launch Aperture Science high energy pellets. Шарики. As part of a required test protocol, we must inform you that the Aperture Science high energy pellets may cause mechanical failures to the test vehicles. Such as complete vapor. Due to the durability specifications of roadway convertible planks, the high energy pellet will rebound from their surface. Okay. Some testing apparatus can be activated when an energy pellet enters its connected energy pellet catcher. Ну-ка. Давай. And his name is John Cena! Такс. А если я сделаю вот так, собственно, то ты будешь отскакивать, да? Угу. Нихера, как я с первого раза круто сделал! Все оценили? Все оценили, как я круто сделал, ребят? Не, ну круто сделал, ну... Не, ну сразу! Ну с первого! Ну ну оцените, ну круто же. Так, тут вопрос. Как мне ставить мост? Потому что этот мост должно что-то держать. И этот вопрос очень хороший, честно говоря. Так. Сюда. Отлично. Сюда. Видимо, мне снова придется положиться на кабели здесь. Такс, кабель. Так, кабель. Так, стоп. Я сказал кабель. Не. Такс, сюда. Сюда. Сюда нельзя. Сюда. Ну, оно держится, по крайней мере. Но оно делает вид. А, подожди, мне же наверх надо. Фак. Так, стоп. Как это тогда сделать? Потому что мне наверх надо... Ну, вот так вот разве? Что? Как бы. Так, ну давай попробуем. Так, я с первого раза попадаю, потому что я молодец. Потому что я умничка. Так, держись. Красава! С первого раза нахрен.
Not bad. Так. Я свернул стрим. Зачем ты свернул стрим? Я такой молодец вообще. Ой, слушай, 1-3 выдержит машина. Стоп, держаться, 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 еще держаться. Ух, мужская конструкция всех выдержала. Строитель 9000. А мне не верили. Я великолепен, ёпта. И всего 25500 баксов. Как бы нормально. Так, что у нас здесь будет? Все очень плохо, по-моему, на самом деле. Ага. То есть мне вас надо отправлять каким-то раком наверх. Каким только непонятно. То есть. Ну, да, логично, что здесь, короче, должны быть вот такие блинские. Так. Вот сюда вот. Я почти соединил. Так, стопы. Это проще тогда поставить не так. Это проще поставить тогда в другую сторону сразу. То есть вот так вот. Причем сразу вверх. Вот, типа вот под таким углом и сразу вверх. Так, стоп. Ага. Так. 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 Так, стоямба. Так, стоямба. Так. Так. Они будут так держаться? Так, давай тогда сделаем вот так. И вот так. Вот, по идее, должны держаться. Ой, не ехать. Погоди, рано ехать. Так, тихо, тихо. Вот, пошел. И мимо. Ну ладно. Так, мне надо как-то угол побольше сделать. Типа того. Так. И угол еще побольше сделать, типа, тихо, типа того. Такс, тест. А, блин, фак. Так. Ты у меня опираешься путь. Так, мне надо еще больше угол делать. А я не могу делать угол еще больше, потому что у меня тогда опора пропадет. Ну-ка, погоди, тест. О! Это неплохой угол, кстати говоря. Но... Да, возвращаюсь я в полную задницу в итоге. Угу. Они какое-то время еще существуют, после этого уничтожаются. Нормальный я, блин, был великий. Ну, я такую фигню с первого раза делал, а вы... Такс, погоди, как же мне это сделать-то тогда? Если я это дело уберу, вы будете держаться? Но они типа летают, но из-за этого, короче, переносятся. Так. Окей, погоди. Надо сначала понять, как мне их надо отправлять. То есть, надо ли мне шарик действительно делать... Так. То есть, надо ли мне его реально делать вот так вот? Или мне его надо вот типа пологим прям таким сделать? Интересно, почему сюда нельзя? Сюда можно, а туда нельзя? Ну ладно, давай так. Глупо, конечно, но что поделать, так сказать. Так, тест, раз-два. Ать. О, вот как можно сделать. Ага.
Мне не обязательно запитывай. А, нет, стой, обязательно. Тогда дверь откроется. Фак. Так, подожди. Значит, ты у меня почти попал. Круто, ты почти, блин, попал. Тест, тест, раз, два, раз, два. И... Плюх, блин. Так, не пойдет. Чуть более полого. Так, плюх. Плюх. Идеально. Так. Стоп. Это положение идеально. Теперь мне надо то же самое сделать с другой стороны, по идее. А еще надо, чтобы они по центру не встретились, кстати говоря, да. Они не должны по центру встретиться, иначе все будет очень плохо, потому что они друг друга перебьют, как бы. Такс. Ну-ка, тест, раз-два. Ну, почти, блин. Хотя... Не. Хотя... Да! Идеал! Просто лютейший! Лютее идеала даже не было. Ни разу. Никогда вообще. Единственное, что... Как вы у меня на... То есть, у меня в это время как бы машины должны еще проехать. А она у меня отправляется вот сюда, вот вниз и сюда. Все это время машины должны как бы ехать. И они как бы отправляются вот так. И так. То есть мне надо сделать тебе вот здесь вот шапку. Такс. Здесь должна быть шапка. И потом эта шапка должна вести сюда. Так. Ач, оп. И вот сюда. Так. Не, почти. Так. Главное, чтобы время, вот именно со временем, чтобы сап... Ой. А почему-то разрушилось, все нормально же было. Верхняя часть конструкции слишком тяжелая, ей не хватает упоров. Хреново. Если ей упор вот здесь доповый сделаю, интересно, это что-нибудь будет исправлено или нет? Так, и упор не достает. Херовато. Так, вот, держится. Стоп. Ага. Оно болтается в портале теперь. Недостаточно полого, что ли? Ну, давай я вот так вот сделаю. Не прокнуло. Как бы прокнуло. На 500 рублей в моем городе можно купить гору пельменей. Тут речь идет как бы, Слав, про игры, а не про пельмени. Пожрать один раз или поиграть 8-9 часов в игру — это разные вещи, определенно. Тихо. Катись. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Есть. Ну... Громко сказано, конечно, я понимаю, что есть, но тем не менее. Так, а здесь еще есть одна проблема. Помимо всего вот этого моста, вот этой всей конструкции, мне же надо как-то их и как бы переправить через вот. А как это сделать? Вот в чем вопрос. В
Вопрос причем крайне хороший. Так, погоди-ка. Ага, я могу чуть дальше сделать, ладно. Да, чуть дальше сделаем. Так. А сколько у меня здесь? А, у меня здесь 5 колонн должна быть. Я не думаю, что вот этот чудесный, великолепный, удивительный мост может 5 колонн выдержать. Ага. Так, и мы возвращаемся к первоначальному. Недостаточно быстро. У меня умирает вот эта вот турель. Недостаточно быстро. Опс. А какой здесь упор был? Лол. То есть, когда здесь упор был, ее все устраивало, да? Вот, окей. Так, как бы еще время здесь потянуть, вопрос. Давай попробуем еще больше времени потянуть, окей. Ой-ой-ой, типа, тихо, не складывайся. Все нормально, держись, держись. А-а-а, езжай скорее. И одна не успевает. Ой, ни одна не успевает. Так, теперь у меня машина слишком быстро туда выезжается. А что если вообще... Подожди, а если одна нормально пролетит? Так, ну-ка, подожди-ка. Оно, собственно, так и будет здесь летать, да? Я ее никак не исправлю. Косяг. Так, ну ладно. Если я тебя использую в плане веревочек. Ну, типа вот так вот. Так вот. И вот так вот. Но при этом мне надо что-то... А, мне можно просто угол задать. Тоже вариант вполне себе. То есть просто вот такой вот угол. Угель, угель, алюлюкель. Так. Даже где-то вот так вот, вот так вот. Ач. И вот так вот. Ач. И вот так вот. Ач. Так, ехать. Вопрос, сможет ли... Так, оп, нифига себе. Блин, ну почти. Так, стопаем. Давай сделаем тогда вот эту штуку чуть ниже. Так, вот эту штуку чуть пологой. И ее тоже можно попробовать закрепить сюда. Эй, почти. Вот. Так, блях. И да, твою мать. Так, а если я тебя чуть подальше сделаю? Так, плюх. Ага, ты в другую сторону начинаешь вообще. Так, стоп. Так. Но мне на самом деле не надо, чтобы он был особо быстрее, честно говоря. Потому что у меня вот здесь вот такая шаткая конструкция, она, короче, не сразу срабатывает. И плях. Блин, идеальное попадание вообще. Туда тебе и дорога. Так. А если еще вот так вот сделать? Так, так, так. Так. Ну-ка. Опа! Блин, почти. Переделаю свою фейльную конструкцию снизу. Ну, подожди пока еще. Не факт, что она совсем фейльная, ты понимаешь? Вообще не факт, что она фейльная. Возможно, она наоборот выигрышная. Просто мы этого еще не осознаем. Возможно, с ней все нормально как раз. Так, я бы даже сделал бы вот так. Так, давай вот так попробуем. Так. Но он наверняка тогда попадет в эту стенку и застрянет. Окей. Если я вот так сделаю. Окей, если я еще туда сделаю. Так.
Не попадает. Шляп. Давай, 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 поехал, поехал, поехал. Так, первый. Фак. Вторая не успевает, и моя конструкция чуть-чуть рушится. На полшишечки всего, ну рушится жопа. Так, ладно, да, попробуем эту конструкцию укрепить. Так. Самая крепкая конструкция на свете, нахрен. Крепче только вареные яйца. Такс. Ну-ка, попробуем укрепить. Не, слушай, вот за счет укрепления на ней... Так. Я не понял, почему это перестало работать. Свыш, как бы. Она просела больше. Из-за того, что сверху добавилось, она больше просела. Блин. Она вот здесь вот реально больше проседает теперь. И верхушка почему-то теперь не подходит. Хотя до этого подходила идеально. Кто-то не может физику, отстань. Так, давай вот так вот попробуем. А! Охренеть, он тебе тупо рушится вообще сам. Я вроде как и упоры поставил. На самом деле нормальные упоры поставил. А оно все равно рушится. Такс. Если больше упоров сделать. Нет, он все равно рушится, падла. Такс. Ладно. Если не ставить никаких упоров. Вот не поставил упор, нормально все с ним. И сразу же машинке даже ничего не мешает, блин. Тупые упоры для дебилов. Нахрена они вообще нужны? Так, съехать. Ой-ой-ой-ой-ой, глупо сделал. Так, вот этого не надо, вот здесь так. Сделаю упор на выступ снизу. Погоди, так. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Не ломаемся. Ой. Ага. Так, ну, в принципе, вот это полотно справляется. Это уже неплохо. Можно попробовать действительно упор снизу сделать, но я очень не уверен, что это будет работать. Такс. Так. 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 Нет. По-моему, такие упоры, короче, не работают здесь. Он типа упирается, но потом они ломаются очень быстро. Оп. Первый сломался наверху уже. Внезапно, кстати. С чего вдруг вот он наверху сломался, вообще непонятно. Все нормально с ним было, потом взял и сломался. Так, стопэ. Так, зашибись, поехал. Так. Осталось только сделать так, чтобы у меня побыстрее работали вот эти шарики. Чтобы они работали побыстрее, мне надо как-то их перенаправить очень точно. Давай так точно прям. Это немножко не точно. Такс. Нет. Еще более полого. Такс. Есть попадание. Отлично. Первый пошел. Так, второй теперь. Надо, чтобы вот как-то так было. Зря я ехать нажал, надо тест нажать на самом деле. Так, тест. Ну так не откроется дверь, к сожалению, поэтому это немножко не подходит. Так, еще более полого. Так, тест, тест, раз, два, раз, два. Все, когда, Айзек? Когда-нибудь. Не, надо более круто делать. Так, тест, тест, раз, два, раз, два. Оп, блин. Снова либо более полого, либо совсем более круто. Давай более полого на клеточку. Так.
И они встречаются очень не вовремя, честно говоря. Твою налево. Так, ну, в принципе, если они встретятся правильно, то они разъехаться должны правильно. Логично, правда? Но они почему-то разъезжаются несимметрично, нифига. Не, ну я первый запитал и второй, короче, запитал, но при этом я явно не успею мимо проехать. То есть это опять же занимает долбанных полчаса. Типа я с первой справился, а вторая меня убивает. Это косяк. Если сделать симметрично... Я пытаюсь, но тут сложно. Очень сложно сделать именно симметрично, понимаешь? Прям вот, ну, очень сложно. Так, блин, теперь ты отбился вниз, вниз. Нет. Так, а что если я тебя вообще вверх отправлю? И ты от него отскочишь потом. Давай так вот, вверх и тудой. Чуть более полого. Просто одна попадет типа сразу. Это было очень круто. Прям вот идеально, считай. Так, ну-ка. Не встрет... Жопа. Я не могу сделать ее еще круче, то есть... Либо другую я не могу сделать еще по... О, так, стоп. Так, как тебя надо тогда сделать? Тебя надо сделать более крутой. Не настолько крутой. Так, тихо. Не, все-таки, ну, она должна больше проходить. А, подожди, лол, а че я туплю? Так, ну-ка, стоп. У меня же сверху есть еще варианты. И вот тут вот ее, вот, короче, вот в этом месте ее надо направить в стену. Просто вот в этом долбанном месте ее направить в стену, вот и все. Так, вот, пяу. Почти. Такс. Давай попробуем вот так тогда. Такс, тест. Я что-то забыл совсем, что у меня сверху крепление не только для веревок. Давай, да, ма, конфетка. Так, теперь вопрос, проедет ли у меня хоть один мимо них? Достаточно ли это быстро? Давай, ей, проехал. Так, теперь полет шмеля. Полет шмеля был так близок. Так, полет шмеля надо укреплять. Полет шмеля определенно надо укреплять. То есть вот отсюда ты будешь подбираться. Плюс сверху должны быть веревки вот сюда. Так, съехала. Главное, чтобы мозг не мешал шарикам двигаться. Это вот прям основное. Так. Идеально. Победа. Ох, что будет с колонной, я вообще себе не представляю. Они уже сбились. Так, ну, первый пролетел. Второй пролетел. Так, с третьей держись, не раскачивайся, А третий-то как? Обо что ты здесь застрял, жопа? У него колеса, короче, в текстуры провалились, и он застрял. Но это нечестно, я в этом не виноват, как бы. Я не виноват, что у них колеса в текстуры проваливаются, логично, правда? А если я сделаю вот так вот? Потому что... Оп. Так, и в итоге у меня проезжает всего один, потому что остальные все застряли. Еще вот эта часть, она все-таки слишком шатается. Ее надо вот сюда вот еще присобачить. Такс.
Ютубе не был. Слав, не спам, пожалуйста. На Ютуб я язык не пускал того, да, потому что у меня там заказ музыки был. Ютубу не нравится заказ музыки. Такс. Ну, единственный минус в них, это то, что они вверх кармашками, собственно, выходят. Но два подряд у меня проехало, остальные пока застряли. Такс. А если более полого? То есть проблема с тем, что они выходят вверх тормашками. То есть мне надо их как-то вот переставлять. Вот-вот-вот, давай-давай-давай-давай, ехала-ехала-ехала! Держись! Держаться? А, нет! Прям в самом конце! Ну ё... И этому ускорения из-за этого не хватило. Ай-яй-яй! В самом нахрен конце прям! Такс, ты его будешь вниз тянуть, мне интересно, или нет? Или ты держать будешь? Такс, держим. Держись. Держись. Найс! Одна веревочка, а как сделала-то, а? Тя, снова в текстурах застрял, да твою мать. Такс, я почти сделал. То есть почти все идеально, на самом деле. Осталось только сделать вот так вот. И вот так вот. Все, колонна. Сейчас все будет. Сейчас все. Муа, конфетка прям будет. Точно говорю, конфетка будет. Так. Вот! Идеальное решение. Просто муа! Великолепно! Еще двое заступили в портале. Ну, это бывает с ними. Это, ну подумаешь, там в портале заступили. Оу. Hello. Поздравляю, вы как бывший стажер подмастерья главного уборщика теперь имеете право на пищу и искусственный солнечный свет. Кроме того, вы зарегистрированы для участия в нашей программе тестирования. Not bad, not bad. Так. Не, ну как бы... подожди. То есть мне снизу надо делать мост здесь, а сверху надо делать мост там. Сложно. Так, погоди. Давай вот так. Вот так, такс. Это будет любопытно. Так, можно совсем соединить. Ать, оп. Такс, упоры. Шлёп. Шлёп. Шлеп. Упоры. Шлеп. 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 Упоры. Шлеп. 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 Так, после чего одни выходят наверх. Да? Из этого портала они выходят наверх. Во-первых, у меня они должны доехать точно сюда. Вот сюда, то бишь. Такс, это как минимум. То есть их надо придержать еще будет веревками обязательно тогда. Тут без веревок и пол-литра явно не справишься. Такс, плюс можно все это дело держать еще сверху. Самый интересный пока вопрос, вообще выдержит ли эта конструкция. Просто вот сама по себе. Выдержит ли она нагрузку общую. Особенно вот эта вот правая часть меня смущает. Так, ну-ка. Ну и музыка. Такс. Идеально выдерживает вообще. Ты посмотри только. Такс. Окей, выдерживаешь ты хорошо. Но единственное, что здесь можно чуть-чуть вот так вот подброс сделать небольшой. Такс, после этого ты должна у меня пойти сюда. Сюда. Сюда.
Такс. Ать, оп, ать. Оп, ать, оп, ать, оп, ать. Упс. Шляп. Ать, оп, ать. Ну и, наверное, лучше все-таки примотать. Ну, типа, целее будет, на самом деле. Такс. Ага, сюда нельзя. Окей. Примотаем тебя сюда. Примотаем тебя сюда. Возможно, этого будет достаточно, чтобы она просто держалась. Музыка стала лучше. Слушай, музыка прям вообще очень красивая. Так. Замечательный проход. Просто идеальный. Вопрос. Колонны из 10. Сверху мостик не забыл. Я не забыл. Все нормально. Да, блин, разобрал на 7-м тире 10-й, мы все проиграли, люблю своих тиммейтов. Это бывает, квадробыш. Ты смотри, как держится, просто муа, конфетка. Всех выдержал. Тогда ладно, тогда все нормально. Я великолепен. Да. Окей. Ту-ту-ту-ру-ту-ру-ту. Полет шмеля. Угу. Я так понимаю, что мне надо сделать так, чтобы он идеально приземлился. А, подожди, это ускорение. А, зачем здесь ускорение? А, он должен в портал ускориться и тогда долететь. То есть он должен сначала такой попасть на ускорение, потом ускориться в портал и потом долететь. Ага. То есть ты должен сделаться сначала нормальным, собственно, обычным мостом. Не для дебилов, а нормальным, типа. Такс, такс, такс. Такс. Ага, сюда нельзя. Так, смотрим опоры, смотрим опоры, смотрим опоры. Тихо, тебя вот сюда. Такс, опоры соединяем. Ну и, допустим, это просто дорога. Дальше он попадает... Вот мне интересно, этого хватит или нет? Так. Ну, почти. Этого, ну, почти. Но тут должно быть ускорение просто лютейшим, на самом деле. То есть мне надо прям вот вниз... Такс, это раз будет. То есть вот плюс-минус мне надо сделать вот так сейчас. И вот это должна быть дорога. Ну-ка. Главное, чтобы она держалась. Есть за что еще резинки зацепить, но тем не менее. Так, хорош, слушай. Классно. Так, а если колонны? Шаг-паук влетет в паутину? Нет. А, подожди, они же должны между собой еще... Так, тихо. Пока все нормально. Пока все нормально. Слушай, смотри, как идеально получается. Пипец, я даже не ожидал. Идеально. Классно. На самом деле, одно удовольствие смотреть, честно говоря. Такая разминка для глаз с целью уследить, но моральное удовлетворение от такого я получаю, конечно. Так, давай еще разок. Мне понравилось. Прям настолько идеально вот в расстоянии между собой попадают. Прям муа. Красиво. Люблю, когда делаешь херню, она работает. Прям... Хлебом не корми, дай сделать херню, чтобы она работала. Что же там будет, когда колонна пойдет? Ну, как видишь, все нормально. Все более чем нормально, когда колония идет. Колонна. Колония. Да, ой-ё. The Enrichment Center is committed to the well-being of all participants. Propeller beanies and suspenders are now available in the recreational area. To proceed with the next test, please twirl your beanie propeller while balancing on one leg.
for safety. Turn a little more toward the security camera. Yes, just like that. Тихий смешок. Текс, у меня 14 колонн, нихера себе. Текс. Что тут вообще сделать надо? Они попеременно будут выходить то сверху, то снизу. Ха. И в итоге мне надо, чтобы первый пошел наверх, а чтобы второй пошел вниз. Потому что они тоже все это делать будут попеременно. Пипец. Ну нахрен, ребята, ну задачки ставят вообще, пипец. Такс. А второй должен в этот момент пойти вниз. Где-то вот так, наверное. Я не знаю, если он сюда протиснется, конечно. Любопытно будет. И если он сюда протиснется, будет любопытно. Так. Окей, теперь надо сделать так, чтобы это хотя бы стояло и не разрушалось само под своей тяжестью. Я сложил, что так модно мосты делать, чтобы они не разрушались под своей тяжестью. Возможно, слухи, но... Да, твою мать. Но кто знает. Так. Оп. 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 Так. Оп. Раз. Оп. Два. Оп. Три. Оп. Четыре. Такс. Ать. Да, блин. Эй, я не дотягиваюсь. Обидно. Такс, тогда больше креплений. Богу креплений. Такс. Интересно, будет ли это держаться. Ну, под своим весом пока держится. Это уже неплохо. Отя! Отключил. Включил. Такс. Фишка в том, что они должны ехать очень... Ну, то есть, они друг за друга должны друг за другом ехать очень плавно. Потому что если будет нижний так сбиваться, то верхний снова пойдет наверх, и это плохо. То есть, вот они сбиваются. Темп сбивается. А если я тебя сделаю вот так вот на самом деле? Вот так вот. Но при этом вот так вот. Так, как ты мне поедешь тогда? Я запутался в летающих машинках. Это бывает, это прикольно. Ага, ты у меня тоже едешь наверх. Окей. Так, давай тогда сделаем тебя... Стоп, еще короче. Короче, дело к ночи. А я напрягся очень. Так. Отлично. Ну, близко к отличному на самом деле. Надо еще чуть-чуть бы сократить, но тогда я упор потеряю, это плохо. То есть минус один упор, это в любом случае плохо, как бы вот такой упор не пришлось здесь делать. И снова, почти так. Еще чуть короче. Он вроде как должен перелетать, но при этом не должен касаться стены. В этом вот основной прикол. Ох, почти прям... Жалко, стенку нельзя подвинуть. Хотя, если сделать ему небольшой трамплинчик... Такой маленький-маленький трамплинчик. Ну-ка. Я уверен, водители в трубе офигевают от того, что сейчас шаг строят. Да нормально, чё ты. О. Такс. Чуть-чуть меньше. Такс. И оп. Да твою налево. Так, еще меньше. Что, совсем крохотным, что ли, должен быть? Такая прям мелочь торчит. Так, оп. И... Ну, я хотел сказать идеально, но что ж такое-то? Я хотел сказать идеально, но куда подевалось? Так, давай попробуем еще меньше. Всю сделаю платформу тогда меньше. Тут идеально вообще на самом деле. Это очень сильно радует.
Такс, это до идеальности довели. Теперь одни должны у меня все-таки в итоге проходить сюда, да, как бы. А, причем верхние будут проходить небольшим трамплином, потому что им пофигу. А вот нижним придется заезжать, потому что им не пофигу. Такс. В итоге... Ага, здесь у нас будет X5. Сюда не дотягиваюсь немножко, так. Ага, выбор либо туда, либо туда. Лучше сюда. Допустим, допустим. И сюда тоже X4. Отлично. Ну, почти. Так. И при этом я могу, в принципе, веревочкой даже подержать. Ну, мол, почему бы и нет? Что мне как бы мешает? Ничего, конечно. Вот, я думаю, такое должно, собственно, работать. Тихо. Да, посмотрим. Так, первый доехал, второй доехал. Победа! Теперь посмотрим, что будет с колонной, блин. Слушай, как одни друг за другом прямо, а? Ай-яй-яй, нижний... Вот про что я говорил. То есть нижний тупо не успевает. Они просто попеременно взрываются. Да это так больно смотреть. 8 из 14 уничтожено 6. Фак. Здорово, Снег. Так. Как бы тебя еще более полого-то сделать? Так, давай так посмотрим. Так, и... Ну вот тут вот уже небольшой косяк получается. Так, а если я тебя поменьше как раз сделаю? Чуть-чуть буквально. То есть совсем чуть-чуть, ты мизер. Тебя чуть-чуть повыше. Ну-ка. Да! Ага, ему не хватает. Вот этого мизера, собственно, теперь и не хватает. Я изначально нижнюю построил просто идеально. Он миллиметр в миллиметр заходил наверх, вот как сейчас. А вот с верхней проблемы. Блинский блин. На. Так. Нижняя идеально, верхняя... Ну, по... На самом деле, вы знаете, как бы... Так, ну-ка, колонна, поехали! Нюка-нюка, вафель-вафель. Оп, нахрен 360 изи. Эть, не успел, фак. 360 изи не получился, жалко. Так, давай я попробую вот сюда вот теперь подвинуть... И вот здесь мне все-таки, наверное, нужна распорка. Иначе она слишком... Ну, конструкция это слишком шаткая получается. И это, собственно, не очень. Возможно, даже распорка вот здесь вот пригодится. Хотя так она будет еще тяжелее, но распорки должны держать. Так. Слушай, а что если сделать просто, ну, как бы прямую напрямую? То есть вот просто прямая, короче, с которой он будет тупо падать. То есть не трамплинчик именно, с которой такой вниз, а именно прямую, с которой он будет падать. Ага. То есть мне надо ее сделать более пологой даже. Ну-ка. Давай, Синдаринк, удачи тебе. Оп. Вот ты посмотри, какие 360 вообще завихрения. Ну-ка, а если колонной? Я думаю, что эти 360 как раз помешают. То есть нужно абсолютное ускорение и... Да, вот, он замедлился и все, как я. Так, ну а если просто по прямой? Конструкция пока держится, в принципе. А просто по прямой он попадает в стену. Так, давай попробуем продлить немножко. Возможно, все-таки вот этот упор, от этого упора придется отказаться сейчас. Либо переставлять его.
Но они все равно в стену упираются, блин. То есть он должен раньше, короче, падать, но при этом, ну, как бы, меньше падать. Раньше, но меньше. И да, то есть, если я сделаю это дело еще короче... У него вроде даже сверху ускорения никакого нет, блин, но у него получается так пройти. Твою мать. Если еще короче, ладно. В конце концов, у меня будет соотношение, либо он убьется об этот угол, либо он идеально на него попадет. Так же, как вот здесь вот идеально есть. Вот он убивается теперь об угол. Так, на один блок длиннее. Тупой подбор для дебилов. И, блин, он все равно задевает. Может, все-таки трамплин ему действительно надо организовать, я хз прям. Он не успевает. Почему-то, тем более, что... Блин. Они почему-то в ритм не попадают из-за колебаний. Такс. Окей, на, давай тогда сделаем мой первый вариант, собственно. Давай попробуем так. Такс. Ага, хороший вы. Такс, менее полого. Давай сначала просто едем не колонны. Нет, снег не позволю. Такс, а если повыше? Так, оп. Они очень много времени тратят на вот этот воп, к сожалению. Прямо реально много времени тратится. Хотя, давай. Да что за жопа, как же идеально это сделать-то надо, пипец. Невероятно сложная миссия. Давай так, и... дай... мат. Так, давай короче, но выше. Окей. Да, я так сразу прям такой... Опа! Интересно, а можно эту миссию вообще пройти как-то по-другому? Не, нельзя. У тебя в любом случае нижний должен уйти наверх, а верхний должен уйти вниз. Это значит, что у тебя вот здесь вот должен быть идеальный полет шмеля. По-другому эту миссию нельзя пройти. Это не реклама. Это не важно, Снэк. Так, еще. Вот все дело вот в этом вот одном маленьком верхнем блоке. Я не знаю, как его сделать правильно. Хотя... Так, да, блин. Так, есть варианты. Окей, стоп. Давай тогда сделаем так. Давай я тогда сделаю, вот смотрим, вот так, короче. Вот так. И вот так. Такс. Я сделаю так, чтобы одни сюда облокачивались, короче, и полого ехали. Ну, он не крепится, правда, так сейчас. Вот, вот так вот. Все, он, по идее, закреплен. То есть у тебя не должно быть переворота, у тебя должен быть... Вот, идеальный полет шмеля. Так, смотрим колонну. И почему-то верх не замедлил. Так, подожди. Это что, это настолько... Так, стоп. Колебания настолько решили, что верхний тупо замедлился. Не очень... Так. Тут
Если я уберу вот эту вот штуку. Мне надо, чтобы у них было меньше колебаний сами по себе. Ведь вот они, колебания пошли, и они, собственно, мешают, пипец. Так, ну-ка. Как осуществляется верхний полет, меня теперь устраивает полностью. Меня не устраивает колебания, наличие этих колебаний здесь у них внизу. Вот видите, они переворачиваться почему-то начинают. И именно из-за этого они взрываются. Как бы мне колебания эти исправить? Заколебал, ты услышишь меня, молдаване, и припал. Да. Так, а если я тебе сделаю еще вот здесь вот упором? Мне почему кажется, что все равно верхний упор как бы должен быть вот этот вот. Вот просто тупо должен быть. Не обязательно вниз, но вот наверху, чтобы чисто распорки ставить. Такс. С тобой все зашибись. Так, колонна. Верхняя норм, нижняя норм. Верхняя... Как она не успела? Стоп. Как она не успела? У меня же там идеальный полет был. Так. Это уже не очень. Из-за того, что там, ну, есть трамплин, они тупо не успевают. Мне надо, чтобы они, ну, вот, типа того, да. Только я не уверен, что это в колонне, опять же, сработает из-за колебаний верхней уже части. Она тупо не попадет. То есть, первые, допустим, два поедут, а третий из-за колебаний... Вот почему? Почему у меня просто ехать здесь сработало, а когда ехать колонну уже не сработало? Че за бред? Вот он не врезался. Он тупо не врезался. Колонна. И он врезается. Логика, да в жопу ее вообще. Такс. Как уменьшить количество колебаний? Иначе они заколебают. Ну или заколеблют, если уж на то пошло. Так, ну давай, я вообще все, что могу, я скреплю, короче, резинками. Возможно, это количество колебаний уменьшит, конечно, но, блин. Я прям хз, почему обычно работает, а колонна тупо отказывается работать? Это пипец как странно. Верхняя не держит. Вот это вот не держит сама. Такс, давай я тебя попробую все-таки поставить вот такс. И вот такс. Упор. Тихо. Упор. Упор, естественно. Упор. Такс. Где она сейчас должна, ну, совсем минимально колебаться? Но вот почему ты нахер... Так, обычно ехать. Он тоже будет врезаться или нет? Замедли нижнюю линию тогда никак. Я не могу замедлить нижнюю линию никак, ты понимаешь? То есть... Ну, хотя, если я здесь сделаю небольшой холмик, она, конечно, замедлится. У нижней линии специально ускорение на этот счет, на этот момент. И фишка в том, что я не могу ее замедлять просто так, иначе она не долетит доверху. То есть у меня все рассчитано было на то, чтобы она, вот видишь, вот она просто вот, ну, тютелька в тютельку долетает доверху. Если она будет здесь тормозить, то следующая машина, которая будет за ней, будет в нее врезаться тупо. Я думаю, это логично.
Возможно, ее сейчас, короче, придется сделать. И в стенку! Молодец. Прям в стенку настолько, чтобы у меня вся конструкция затряслась. Так. Я не думаю, что это будет работать, даже несмотря на то, что и верх, и низ у меня замедлен. Угу. А, нет, ты смотри, прям... Так, стоп. А-а-а, чёрт, низ не сбился. Фак. Блин, это реально работало, слушай. Это лал. Тут. Такс. Зря я центральную часть потрогал, она идеальная была у меня. Так, если я тебя поменьше попробую сделать. Почему ты не просто приведешь верхних к верхней кнопке, а нижних к нижней? Потому что первый у тебя идет поднизу. Если ты первого поднизу приведешь к нижней кнопке, то он убьется об лазер. Сделать так, чтобы нижний не прыгал, а ехал медленно. Нельзя, у него здесь ускорялка. Ему нельзя не прыгать, потому что здесь нужно пространство, чтобы верхние проходили вниз. И он не может не прыгать, потому что здесь у него ускорение. И я с этим ускорением ничего сделать не могу. Он в любом случае ускоряется, я его замедляю холмом вот этим вот. После чего он попадает на кнопку, отключает здесь лазер. И мне надо так, чтобы нижний попал идеально уже. Непосредственно. Так, попробуем так. То есть не надо, чтобы ничего их не задерживало, либо всех задерживало равнохренственно. Так, а я тебя могу еще левее? Нет. Так, а тебя могу еще левее? Могу. Окей. Так. Ну-ка, если так. Идеально. Так, на два шажка, я думаю, дальше. Ну, если я только вот так вот сделаю прям. Ну, вот очень... Один упор потерян, и все. Это просто звезда конструкции всей. Хотя... Ну, честно говоря, мне сейчас понравилось, как они проехали. Так, давай-ка я укрепление сделаю вот так вот и вот так вот. Так, ну-ка. А колонна так поедет идеально. Так, вверх-вниз. Ты посмотри, как круто! Нет, он обо что-то заткнулся. Ну так классно было, ну ты чё? Ну настолько все идеально было. Двое в итоге взорвались, твою мать. Подожди, почему? Почему пипец пошел? С чего вдруг? Все настолько идеально было. Вот второй идеален. Третий идеален. И четвертый почему-то запинывается. Почему ты запинываешься здесь о пиксель буквально? Почему? Блин, это нелогично. Давай я на пиксель меньше сделаю, я не знаю, но... Это, возможно, вообще все теперь поменяет. Так, окей. Окей. Уу, найс. Фух. Один блок надо было вот на четверть кубика вниз двинуть, и все получается идеально. Снег, пожалуйста, не надо такой... Тебе лучше вообще не писать в чат. Я тебе абсолютно серьезно говорю, без обид. Я еще раз хочу посмотреть на эту идеальную картину. Здесь на самом деле вот эти сложные... Тут буквально реально миллиметровые головоломки поехали.
И сделать, чтобы идеально они друг с другом соотносились. Причем у меня на нижних еще задержка стоит теперь. Это круто. Класс. Так, дальше что будет? Я прям боюсь. Что... Это выглядит очень просто. The weighted companion cube can also be used as a portable defense against turret fire. Серьезно? Подожди. То есть они будут перед собой толкать этот куб компаньон, насколько я понимаю, да? Мне надо сделать так, чтобы они попали вниз и потом проехали поверху. Толкая перед собой куб компаньон, я так понял. Любопытно. Так, ты держишься? Не, ну он-то держится, конечно, но... мне это не сильно помогает. Так, окей, давай вот так тогда. Так, а сверху я вас придержу веревочками. Причем с обоих сторон. Потому что я могу. Такс, так ты работаешь. Пяу. Ну, не очень приятно, конечно, но нормально. Да, мне надо будет перед собой толкать куб компаньон. Чтобы защититься от турели. Такс. Мне надо сделать так, чтобы они немного перелетали, получается. Потом вот здесь вот они будут вниз опрокидываться. Потом здесь будет компаньон падать. Потом его будут выводить на турелю. Получается где-то вот так. Такс. Так. Так. Есть даже упор еще. Отлично. И не пойдет. Ну ладно. Так. Вот так вот можно с нижним упором соединить еще. Но не знаю, вес верхнего моста переставить на низ, это как-то не очень будет, наверное. Ну, мы сейчас посмотрим. В любом случае, у меня сверху может быть еще, во-первых, задержка. Так. Оп. Так. Ать, оп. Шлёп. Так, а во-вторых, веревки. Потому что почему бы... Ага, потому что нельзя. Ну ладно. Потому что куб компаньон мешает провести веревку. Жопа такая. Так, сюда нельзя, сюда можно. И сюда можно. И сюда можно. И сюда нельзя уже. Сюда можно. Так, ну-ка. Так, держимся. Блин, только верхний мост колеблется от этого тоже. В этом проблема, наверное, будет. Critical error. Так, вопрос сейчас холодный будет, потому что колебаний здесь будет просто не вдолбись количество. Тихо, держимся. А, ну они все успеют Да, они... вниз уже попали все. То есть колебание снизу не зависит наверх. Не влияет наверх. Еще разок. Нижние колебания, вот, они приземляются на низ и колеблят вверх, да? Но эти колебания уже не имеют роли, потому что они все оказываются внизу, и к моменту второго колебания уже заканчиваются. Значит, остальные совершенно спокойно проходят. Найс. Так, я снова великолепен. Как приятно. Двустороннее движение. Оу. И мне надо сделать так, чтобы они попали вот в этот портал с самого начала. Хотя не обязательно, но посмотрим. Так, стоп. Они мне говорят, что внизу...
Тут еще почему-то ускорителем немножко наляпано. А это, наверное... Так, нет, что, подожди, это глупо будет. Угу. Здесь наляпано ускорителем для того, чтобы я как бы понизу пошел. Как бы не пошел бы я понизу, да? Такс. Это пока что выглядит слишком просто, ну да ладно. Ну, допустим, так. Сразу не получится. Допустим, так. Ну и допустим, так. Окей. Допустим, мост номер раз. И давай на всякий случай я его даже придержу. Так, мост нормальный. Чем мне ускорение скажет? Ускорение скажет, что все. Окей. Так, мост номер 2 дает мне возможность, собственно... Так, это глупо было. Дает мне возможность, собственно, провести их поверху. Шляп. Шляп. Допустим. Этот мост тоже должен вполне себе нормально работать. Он вроде как устойчивый дофига. Ага. Так, ну допустим. Но если это будет колонна, а колонны здесь 10, то они тупо не успеют. То есть сейчас у нас будет столкновение неминуемо. Скадыщ. Слушай. Погодь. Ну-ка, ну-ка, вафель, вафель. А, блин, тупо мост не выдерживает, окей. Я думал, а вдруг они дотолкают до телепорта, короче, все в телепорт такие, оть, и обратно, короче, поедут. Но нет, так не работает, к сожалению. Так, то есть здесь мне надо сделать так, чтобы они у меня уже сверху были. Так, 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 так. Мне надо, чтобы сверху они падали вот сюда. И проходили вот сюда. Они действительно должны вот чисто вот так вот сверху ехать и все. И только тогда им будет ок. А, и вот здесь вот такой трамплинчик, короче. Так, это все должна быть дорога, 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 дорожка, дорожка. Так, тебя прицепим сюда, сюда, сюда. Так, здесь, естественно, будут упор вниз. Упор вниз, упор сюда, оба два. Так, упор вниз. Упор. И почти. Так, стоп, стоп. Ать, оп, ать. Оп, ать, оп. Не-не-не-не, веревки убери, веревку убери. Вот здесь без веревки даже лучше получится, на самом деле. То есть вот это уже не нужно. Будет чистый упор. Такс. Но вот это пока самая шаткая конструкция, на самом деле. Вот, вот это... Конструкция выглядит самой шаткой. Так, я бы еще вот так вот поддержал бы. Сюда. Так. Плюс веревочка. 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 И веревочка. Так. Сюда. Мне интересно, вот это вообще держаться будет? На нее же как бы будет машинка как бы дропаться. I don't like a look of it.
Давай-ка я тебе тоже упор. Не, а нет, стоп, можно две веревки. Упор даже не обязательно, надо веревку с двух сторон просто прицепить и все. Так, ну-ка, давай сначала одного попробуем. Хотя бы одного. Главное, чтобы убедиться, что каждая машинка проедет в каждом пространстве. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Блин, почти идеально, короче. Ну вот, ну почти прям. Просто пиксель небольшой. Вот. Небольшой пиксель, все нормально. Так, шли. Оп, нормально. Ага. Так, стоим бы. Ну и по идее, когда здесь десятый уже будет падать и выезжать, у меня первый должен туда дойти. Опять же, не факт. Скорее всего, даже не успеет, но мы посмотрим еще. Так. И ей здесь нужен реальный упор все-таки. Так. Раз. Два. Так, тебе нужен упор сюда. Упор сюда и упор сюда. Без этих упоров, к сожалению, походу никак. Так, ехать. Она стала тяжелее, но при этом она должна выдерживать удар, когда на нее приземляется машинка. Я, по крайней мере, так думаю. Так. Идеальный пролет. А вместится? Вместится. Найс. Так, теперь вопрос. Пойдут ли они как-нибудь так, чтобы не врезаться друг в друга? Пацаны, не врезайтесь... О-о-о. Не, их не хватит. Вуу! Ни хрена себе, как круто! Обалдеть! Вот это идеально получилось. Я так думаю, что это все просчитано, конечно, в игре, но я же мог там любым маленьким трамплинчиком и так далее задержать их. То есть, получается все весьма неплохо. Они реально между собой идеально прошли? Великолепно! Я, правда, потратил 101 тысячу баксов. Почти 102. Но это было великолепно. Декс. В данном случае вам впервые нужно построить верхнюю часть. Свободно подвешенный мост. We are now required to provide this inspirational quote. Uninitialized database. Likewise, there is no shame in researching effective construction methods in the library of best practices. Да, причем у меня строительство, короче, вот, вот только вот сюда, вот максимум. То есть вот этот максимум, который я могу сделать. Это будет сложно. Тут даже человечки ходят, пипец. Хорошая детализация, вот. Это будет сложно, и я это оставлю, пожалуй, на следующий раз. Вообще классно, мне очень нравится сейчас. Так, выйти в главное меню. Мне безумно нравится это.